нас был ночной рейс из Москвы в Белград. Как только мы туда приехали, сразу узнали, что его задерживают. Это достаточно был сложный перелет. Мало спали сегодня ночью. Для восстановления, как нам сказали, после тренировки нам нужно есть больше углеводов, также пить больше воды. И после тренировки закинуть ноги наверх, чтобы восстановиться. Также после тренировки мы провели раскатку мышц спины и ног. Соперник из сборной Сербии, достаточно сильный соперник мирового уровня. Он постоянно отбирается на все чемпионаты мира, Европы. Но мы приложим все усилия, чтобы сопротивляться и даже победить. Мы провели хороший сбор, 20 дней. Успели сыграться, сформировались пятерки. В принципе, я оценю готовность команды хорошо. То, что мы сыграны, мы, в принципе, готовы играть и побеждать.